случаются такие кошмары, что можно и не проснуться. Кто-то от разрыва сердца во сне коней двинет, а то и просто крышей поедет. Но, говорят, если приспичит, поспать значит. Короче, из мамочкиного состоится шутка юмора. Заблудился как-то долговец в зоне. Еле живой, ходит и кричит: «Кто-нибудь, спасите, помогите! Честное слово, пить, курить брошу, и даже про свободу-то плохого слова никогда не скажу». Контролер сидит на ночь, гривые бегали. О, четко, ща поляна накрыется. Не стыдно и брата, голову гости позвать. Ты вообще про штирлица рассказал, умелец. Вот хоть бы... Этот долбанный. Нет, чтобы оставить зону в покое. Все им надо под себя подмять. Все, блин, под контроль. Урод. Что за создание? Что за создание? Медленно до того дерева. Молодой почолапав, встав біля дерева, питається, а що дальше? А той походу тихо, да. Типа як там, типа все пучком? Ну типа пучком. А старий, типа як обрадується, зашибись, так і знав, що гнали про ту аномалію. Ну ти вообще. Я тебе прошу. Глупство. Заходи. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного.
Да чтоб в нос шибал. Хавать так как хочется. Да, вот ведь как грустно все выходит. Блин, чтобы пожрать. И никого на горизонте. От судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано? Проголодался же я. Эх, зараз бы сальца по цибульке. Стрелок, это не развод. Не удивляйся, надо встретиться. Прятаться далее не имеет смысла. Жду тебя у пилигрима на наши новые...
сила земель.
Ugh!